современном ключе. Александр Деринг рассказал, как будет выглядеть новый планетарий изнутри. Стало известно, что Барнаульский звездный дом переедет в здание бывшего кинотеатра «Родина». План реконструкции уже подготовили. Основные изменения произойдут изнутри. Задача – это сделать, приспособить один из двух залов, один зал приспособить под новый планетарий, то есть расположение, смещение купола и проекционного оборудования. Ну, конечно, немножко в современном ключе уже и с современными технологиями. Так он будет выглядеть. Фойе почти не изменится, а вот во втором зале разместится музей звездного неба и космоса. Снаружи строение останется таким же. Кинотеатр «Родина» — это памятник культурного наследия, изменять его облик нельзя. Внутренние переделки, да, будут именно вот с размещением планетария, но никаким образом, коим это не выйдет на фасады, на крышу, там еще куда-то. То есть это никакие там обсерватории не появятся, ничего. Это все, поскольку это очень жесткий режим охраны у памятников культурного наследия, поэтому там ничего не меняется. Сейчас в Родине временно располагается театр кукол. До тех пор, пока он не съедет, работы по реконструкции не начнутся. Строительство нового театра обещают завершить уже этим летом, а вот на реконструкцию залов Родины планируют потратить около 2 лет. Родина в городской собственности и сейчас в администрации составляют смету. По словам Александра Деринга, реконструкция будет стоить более 20 миллионов рублей.